Коля, расскажи, во-первых, какие сейчас у тебя впечатления? Все-таки не чужой для тебя город. В прошлом туре у нас Женя Фролов возвращался в Оренбург. Вот какие эмоции у тебя от этого города? Ну, небольшая ностальгия, сколько я, получается, 2 года назад отсюда уехал. Почти ровно 2 года назад. Конечно, приятно сюда вернуться, тем более провел здесь сколько, наверное, года 4, может, чуть больше по времени. Конечно, самые теплые воспоминания. Здесь много чего произошло хорошего там для моей семьи и, в принципе, там для меня. Насколько тебя тут узнавали на улицах? Вот, может быть, ты до игры планировал пойти прогуляться, но есть вероятность, что тебя узнают, вот как ты считаешь? Прогуляться я не планировал, потому что холодная погода. Я вышел на улицу, ветер очень сильный, поэтому гулять не собирался. Что привычно, кстати, для Екатеринбурга. А так, ну, не знаю, ну, в меру узнавали, как, ну, не сказать, что прям сильно. Ну, иногда бывало. Кем был раньше стадион? А для тебя такая погода вообще в целом комфортнее или в Сочи все-таки получше? Ну, к сочинской погоде уже привык, поэтому, наверное, это что-то в диковинку уже. Ну, расскажи про стадион. Он претерпел реконструкцию, но ты играл на старой арене и, может быть, ну, по телевизору там, наверное, по фотографиям видел, как он поменялся. Ну, сегодня посмотрим на новую арену. Я был на ней только когда ее строили, на стройке, получается. А так, конечно, арена хорошая. Единственное, что вызывает, это вот трибуны, которые торчат из этого. Интересно на них посмотреть будет. Понятно. Ну и что-то про болельщиков уральских, может, тоже скажешь, чем-то они тебя запомнились, может, какие-то истории были. Ну, как-то таковых историй я не помню, ничего. Хорошие болельщики всегда приходят, поддерживают команду. В принципе, команда развивается с каждым годом, становится лучше и лучше. Я думаю, что здесь хорошая команда надолго. Ну и еще один факт, что Урал в матчах с участием Урала сейчас было больше всего голов, и они больше всего пропустили, а Сочи пока меньше всех забил. И впервые будет система ВАР использоваться. Вот все эти факторы, как ты считаешь, принесут много голов или все-таки не стоит ждать? Надеемся, что голов принесет только мы забьем и не пропустим. Поэтому. А так, в принципе, что касается ВАР, то я, наверное, за нее, чтобы справедливость как бы была на стороне футбола. Сегодня впервые на нашем матче будет ВАР, чтобы не промок ВАР. Вот такая кабинка. Здесь что-то будет. Можно вода. Серега,
деловой. Обсуждают, куда поставить тумбу в арт.